Здравствуйте, ребята! Начинаем урок математики. Сегодня у нас обобщение изученного материала. На уроке вы будете разменивать деньги, производить вычисления с многозначными числами, преобразовывать именованные числа. Наш урок сегодня пройдет в виде игры. Игра называется «Математическая викторина». Сейчас я буду объяснять вам правила игры. Приготовьте листок бумаги и карандаш. В игре есть 4 категории. Геометрическая вселенная. Задания в этой категории из области геометрии. Загадки от Шерлока. Здесь вы будете решать сложные задачи, задачи на смекалку. Третья категория – грандиозная распродажа. Все задания в этой категории связаны с подсчетом денег. Арифметический бум. Задание на вычисление. В каждой категории есть вопросы разной стоимости. Чем сложнее задание, тем оно дороже. Если вы справились с заданием, то запишите баллы на листок. В конце вы сможете обменять баллы на подарок. Конечно же, виртуальный подарок. Готовы? Начинаем! Арифметический бум за 100. Прочитайте числа. Назовите полученные числа. 538667. Уменьшите единицы тысяч в 2 раза. Пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь. 587483. Увеличьте десятки тысяч на 1. 597483. 974239. Увеличьте десятки на 4. 974279. 412000. Сотни тысяч увеличьте на 3. 712000. 800701. Единицы тысяч увеличьте на 5. 805701. Расставьте числа в порядке возрастания. Пятьсот тридцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь, 597483, 712000, 805701, 974279. Кто справился с заданием, записывайте на листок 100 очков. Грандиозная распродажа 500. Ерлан живет в Нур-Султане. Он собирается поехать на экскурсию в Москву. Туда Ерлан отправляется на поезде, а обратно прилетит на самолете. Посчитайте, сколько сдачи он получит в железнодорожной кассе после покупки билета. 760 тенге сдача. Какую сумму ему нужно добавить, чтобы купить билет в обратную сторону? Обратите внимание на купюры в руке юноши. 64130 тенге необходимо добавить для покупки билета на самолет. Если вы справились с заданием, записывайте себе 500 очков. Загадки Шерлока 100. С трех участков собрали 4 тонны картофеля. С первого участка собрали 900 килограммов. Со второго в 2 раза больше, чем с первого. Сколько картофеля собрали с третьего участка? Это наши любимые задачи на нахождение третьего слагаемого.
Но Шерлок попытался нас запутать и дал данные в разных единицах измерения, в тоннах и килограммах. Сначала нужно было тонны превратить в килограммы. 4 тонны – это 4000 килограммов. А затем из целого вычесть известные слагаемые. Ответ – 1300 килограммов собрали с третьего поля. Все, кто решил задачу правильно, получают 100 баллов. Геометрическая вселенная – 500. Сколько теплиц длиной 25 метров и шириной 4 метра надо построить, чтобы их общая площадь была равна 5 гектарам? Сначала найдем площадь одной теплицы. 100 квадратных метров – площадь одной теплицы. Общую площадь переводим в квадратные метры. 5 гектаров – это 500 квадратных метров. 5 теплиц нужно построить. За правильно решенную задачу вы получаете 500 баллов. Грандиозная распродажа 100. Что вы сможете купить, имея такие купюры? Вы сможете купить только наушники. При правильном ответе вы получаете 100 баллов. Арифметический бум 500. Найдите ошибку. Правильный ответ 604 457. Правильный ответ 400 тысяч 4. Если вы нашли две ошибки, то запишите 500 баллов. Геометрическая вселенная 100. Из трех равных кубов с ребром 2 метра составили прямоугольный параллелепипед. Найдите объем полученной фигуры. Первым действием найдем объем одного куба, используя формулу. Объем одного куба 8 кубических метров. У нас таких кубов 3, значит объем полученной фигуры 24 кубических метра. 24 кубических метра – объем прямоугольного параллелепипеда. Кто справился с заданием, получает 100 баллов. Загадки Шерлока – 500. Найдите по рисунку массу груш, если масса пустой миски 400 грамм. Выразите массу в миллиграммах. Сначала узнаем общую массу, сложив массу гирь. Значит, груши в чашке весят 4 килограмма 100 грамм. Теперь уберем вес чашки. Преобразуем граммы в миллиграммы. В одном грамме 1000 миллиграмм. Значит, груши весят 3 миллиона 700 тысяч миллиграмм. За правильный ответ получаете 500 баллов. Отличная работа! А теперь посчитайте ваши баллы. Получаем виртуальные подарки. Кто набрал от 100 баллов до 800 баллов, получает ручку с невидимыми чернилами. У кого от 900 до 1900 баллов, ваш приз – это космический корабль. Кто набрал 2000 баллов, вы получаете перчатку Таноса. Она исполняет желания, но только хорошие желания. После просмотра урока выполните задание из учебника на странице 64, номер 3. Для выполнения этого задания необходимо повторить единицы времени. Сегодня на уроке вы повторили материал прошлых уроков, проверили свои знания. Всего доброго, до свидания!